Очередная ярмарка в новом городе была приурочена к фестивалю яблок. Однако купить на ней можно было практически все: мясо курицы и индейки, овощи, фрукты, мед. В мероприятии приняли участие несколько сотен сельхозтоваропроизводителей со всех муниципальных образований региона. Официально открылась ярмарка в 8 утра, однако оживленная торговля шла практически с рассвета. Кстати, работали на мероприятии волонтеры и социальные такси. Они помогали пенсионерам. Сергей Морозов проконтролировал ход ярмарки, а затем отправился на площадь столетия Ленина, к памятнику Героя России Дмитрия Разумовского. На площади собрались курсанты регионального летного и суворовского училищ, военные, ветераны спецслужб ФСБ, представители духовенства. Однако главным гостем мероприятия стала Рита Седокова, мама погибшей в Беслане девочки. Она рассказала ульяновцам о своей личной трагедии и выразила надежду, что «Черный сентябрь» не повторится больше никогда. Ну, я хочу сказать спасибо всем людям и вам, жителям славного города Ульяновска, что вы помните, вспоминаете о безвинных жертвах, увековечили память на площади Ленина, этим красивым памятником жертв террористических актов. Я когда приехала в Ульяновск вчера, вот была на этой площади, подходила к памятнику, и вы знаете, смотрю на Диму и думаю, он шагнул в вечность. Сергей Морозов, в свою очередь, отметил, что борьба с терроризмом на сегодняшний день остается одной из важнейших задач государства, как на территории России, так и за ее пределами. В мирном, по-настоящему добром городе Беслане произошло чудовищное преступление, невиданное по своей жестокости. Вероломство, цинизм. Когда вооруженные до зубов отпетые негодяи умыли свои руки кровью сотен мирных людей. Затем в Рио губернатора посетил открытие гонки героев. Она проходила на полигоне Поливна. В этот раз полосу препятствий проходили более 100 взводов. Это около 1000 жителей региона. Погода в этот раз выдалась более удачной. Дождя не было, так что бежать по колено в сырой грязи не пришлось. Тем не менее, испытание осталось испытанием. Каждый, принявший участие в гонке, продемонстрировал свое мужество, выносливость и спортивную подготовку. Помимо в Рио губернатора, гонку героев открывал командир 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады гвардии полковник Дмитрий Овчаров. Всем участникам, командам предстоит сейчас показать свои умения, свою физическую выносливость, преодолевая тяжелую полосу препятствий, дистанцию длиной 8 километров 200 метров. Препятствия тяжелые, достаточно. Некоторые уже были здесь, вижу знакомые лица. Вам всем желаю показать самые свои наилучшие качества, проявить волю к победе, и пусть победит сильнейшая команда. Запустив гонку героев, рио-губернатор отправился на пленарное заседание педагогического сообщества географов. Там обсуждались концепции развития образования. На встрече были представлены перспективные проекты, направленные на географическое просвещение молодежи в современных школах. Для нас сейчас важно, чтобы как можно больше ребят были увлечены географией. Как можно больше было желающих сдать ЕГЭ по этому предмету. И к этому надо стремиться и прилагать усилия для того, чтобы действительно вырастить специалистов в будущем. Последним мероприятием субботы стало открытие мечети в селе Большое Нагаткино. Его посетили практически все жители населенного пункта, представители мусульманского и христианского духовенства и руководство муниципального образования. Гости поблагодарили в Рио губернатора за вклад в создание новой мечети, в стенах которой, пообещали они, будут учить настоящему исламу, миру и добру, а также бороться с экстремизмом и радикальным исламизмом. У нас сегодня доброе, хорошее дело. Мы открыли мечеть, открываем мечеть. Тут еще работы много. Слабые места мечети, мало народу. Вы знаете это, товарищи. Ассаляму алейкум ва рахматуллах ва баракатух. Глава региона выразил надежду, что в скором времени мечеть будет переполнена молящимися. И тогда, благодаря опыту и мудрости духовных учителей, никакой терроризм нам не грозит. Андрей Творгов, Юлия Дегтярева, Юрий Конихин, Павел Макаров. Новости Ульяновской правды.